Привет всем зрителям YouTube. Сегодня 30.08, замечательная у нас погода. Там сидит у меня в темнице сырой уже жук Гордон, который. Ну а мы поедем на море, в лес и немножечко поговорим, поболтаем. Поехали, покажу вам кое-какие окрестности, посмотрим, что у нас с этого получится. Приехала в магазин Риме, сейчас хочу купить немножко попить с собой. Мало ли там пить захочется, правильно? Ну все, затарились банановым йогуртом, это апельсиновый сок и самими бананами. У меня сегодня будет банановый день. И все, теперь погнали. Уже катимся мы в сторону Гамлетовой горы. И я так думаю, что я сегодня что-то очень тепло оделась. Не знаю, как будет там на море, в лесу, прохладно, не прохладно. Вот. Но погода здесь меняется очень часто, поэтому на вопрос, что сюда одевать, 10-15 раз спрашивают, я не знаю. Тут за 5 минут может выйти солнышко, это Прибалтика, что говорить. И солнышко, и дождик тут же тебя помочит, польет. Покажу немножечко Эстонии. Андрей хотел квартиру когда-то купить. Подъем сейчас будет 8%. Гордон чувствует лес, хочет гулять, он знает, что он сейчас поедет гулять. Дорога вот эта вот, где велосипедисты, да, ездят там велосипедисты, пешеходы, на роликах катаются, там яблоки цвели, вот цвели, росли, уже пора собирать урожай. Она вот так вот и идет, я не знаю, где и конец, и край, не видать ее. Альбина какая красивая, а, Грузия прям вообще обалденная. Поедем куда-нибудь, съедем в лес. Я на всякий случай взяла с собой тару для грибов. Мало ли. Вот. Там тоже домики еще стоят. Здесь в основном еще такой частный сектор. На роликах. Сегодня выходной, и народу так очень много. Сейчас люди посмеются со мной, его много. Так. С другой стороны, сено заготовлено. В Эстонии какое-никакое сельское хозяйство есть. Слушай, пошел частный такой чистый сектор. Там я не знаю, что какие-то ангары. Лошадки, как в Бельгии. Это крепления у меня нету к этой камере. Мне приходится держать рукой. На Статоле евро 26 топлива. Почти приехали в наши леса.
найти государственный лист. Давай, не ворчи там мне. Ворчу. Француз. Тут был небольшой подъемчик сейчас. Это значит, что мы уже подъезжаем к Гамлетовой горе. Где фильм «Гамлет» снимался? С этим, с Иннокентием Смоктуновским. Вот, да, вот тут еще небольшой подъемчик. Это говорит, что мы уже почти на месте. Людей гордо. Народу тут тьма, дофига. Вон наше Балтийское море. Вон наше там Балтийское море. Очень крутой обрыв. А этот дебилоид все лезет туда. Иди сюда. Дурында, блин. Ты совсем, что ли, с ума сошел, а? Посмотри, какой там обрыв. Стой! Вот у меня сейчас инфаркт сердца будет. Наш кусочек моря. Ну, там вот пляж, там дальше, там две коса. Я сейчас попытаюсь туда вниз спуститься, правда, подниматься потом. Хо-хо-хо, как будет нелегко. Привет, а то скажется, что я себя не снимаю, не показываю. Гордон! Вот тут только смотри, смотри. Вот здесь вот снимался фильм как раз вот со Смоктуновским. Так. Девушка тоже кепку, шапку одела, потому что там спускаться сейчас будет прилично. Вот по таким вот ступенькам и вниз. А вниз куда, вы видели? Офигеть. Ай. Гордон, дебил, блин. Вот несется идиота кусок, а. У меня нет 4 лапы. Стоп. Вот по таким вот ступенькам, камням. И надо вот спускаться будет. Вот так. Сюда. Здесь вот дикие яблочки растут. Я так понимаю, нам ниже и ниже. Яблоки будешь есть? Ну, погода просто потрясающая. Ни ветерка, ничего. Кайф, классно. А, все. А то Андрюха мне говорил, здесь не спустишься к морю. Все, спустишься вон, пожалуйста. Хочешь сюда, в какое-то там болото или что? Хочешь туда, морем пахнет? Обалдеть. Ну, подниматься здесь. Ого, ничего. Прорвемся. Ну вот, спустились мы быстро довольно-таки. Там велосипедист шел, и он такой запыханный с велосипедом. Представляю, какая я пойду здесь. Вон, чайки сидят. Кузнечики поют. Здесь что-то камнями выложено. Специально, что ли? Ну, классно. Так, пошли проверим обстановку. Никого нет, я тебя спущу, иди колбасься здесь. О, уже пошел. Иди сюда, я тебя отпущу. Вот дурачок, а. Так гордо начинает дергать, и с ним вообще ничего не поснимаешь. А там дальше у нас пляж. Вот это вот балка. Я раньше в детстве... Почему я там не родилась в Санкт-Петербурге, в Москве? Думаю, ну почему я родилась вот в Ивано-Франковске, да, и жила там практически в Калининграде, в Янтарном время прожила. А сейчас я об этом не жалею. Слава Богу, что я родилась в Ивано-Франковске. Ползали, лазили с этой Оксанкой Плахтой на этой быстрице, на этой речке, где нас только не носило. Дыхательная система работала просто на износ. Мы там, ну, с утра до вечера лазили. И также на Балтике. Я здесь плавала, пока у меня не посинеют губы. Меня вообще с моря было не выгнать. Естественно, одних нас не пускали, боялись, потому что море – это такая вещь, она непредсказуемая. И даже не выплывали
здоровые мужики. Вот. Оно непростое такое море. Так что вот так вот бывает. Но оно всегда прекрасное. Шторм еще называют его 5-7-цветное море. То есть оно имеет, может иметь и 5 цветов, и 7 цветов. Так интересно, здорово. Релакс просто потрясающий. Вас люблю. Гад нашел гриб, ну, смотри на меня, а я не взяла. Да стой ты, это масленок. Вот еще второй. Ну все, сам Бог велел за грибами пойти. Прямо возле тропинки, вот тропинка. Идем, и грибочки. Чистенький, хорошенький. Вот еще.
Тоже маслята. Вот еще. Ты уйди, отойди, вон еще, вон там в траве. Сейчас я наберу. Слышь, он в пакет для какашек. Его собрать немножко грибочков. Это просто иду по дороге, вот по тропинке вот здесь вот. И тут грибки. Что ты смотришь на меня, морда? Люблю тебя, люблю. Только ты грибы не топчи. Спасибо, что нашел один. Опять вдоль тропинки. Никуда не схожу с тропинки. Вот как она шла, так вот она идет. Никуда не схожу, пожалуйста. Сейчас режу. Там еще. Вон они спрятались. Как здорово. Фух, спускаться, не подниматься, конечно. Подниматься очень я запыхалась. Ну, набрала грибов. Может быть, туда вот в лесочек сходить.